дружелюбно. Да, дружелюбно, очень громко. Особенно когда... Поехали! Дает свисток Славко Винчич. Казахстан-Россия. Матч начался у сборной России. В составе сегодня Гильермо в воротах. Черышев. Подача хорошая. Гол. Дзюба! Нет, не гол. Жалко. Но было близко. 1-1. Хорошо, Аздоев действует. Даже получается. Леша, бежать. Передача бежать. Отличная. Бежать Леша, как советует Андрей. Подача. И Черышев, клади. Отлично. 1-0. Пока у нас в 2019 году забивает только Денис Черышев. Но каков Аздоев? Может быть, да, потому что непогода свалился в дальний угол, а мяч залетел в ближний. В чужой штрафной, но Аздоев решился на удар, попал соперника. Но тут же мяч вернул после хорошего отбора. Марио, Дзюба просит передачу, не получает. Нет, доходит мяч до Дзюба, он не в офсайде. Передача 2-0. 2-0, класс, класс, Дзюба молодчик. И это опять Черышев. Ему действительно одно касание надо. Черышев делает дубль, но каков Дзюба? Три мяча в двух играх. Колено, нет? А, не. Просто Мягин, может быть, сейчас принадлежит, я не знаю. Но сейчас он в Ордабасе, да. Да, играет в Ордабасе. Как раз Стамбул играл в Лиге Европы против Пюдика, который возглавляет Андрей Талалай. Черышев, прорыв по левому флангу, прострел. Ой, здорово. И ой, Дзюба, здорово. Красавчик. Как же здорово. Молодец. Черышев умница просто. И, наконец-то, забивает Артем Дзюба. Молодец. Дзюба. Черышев вернул должок Дзюбе. Травмированного Головина, нет травмированного Кузяева. Других кадровых проблем также хватает. Но удар, еще момент, гол! Опа! И в свои ворота, да, по-моему, забивает игрок сборной Казахстана. Аздоев побежал обниматься. Да, Бейсебекова. 4-0. Да, Бейсебекова. Федор, обыгрывай всех сам. Стеночку с... Хорошо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как разыграли, а! Марио, подача! Как же играть? Какая комбинация, да. Да, как разыграли? Офсайд. Браво, Станислав Черчесов, браво, российская сборная. Важная победа со всех точек зрения. Дубль Дениса Черышева, гол Артема Дзюбы и мяч Бейсебекова в свои ворота. 4-0.